Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь». Очередной прогноз на матч чемпионата мира 2022 года в Катаре. Германия против Японии. Ну что же, немцы в достаточно легкой для себя группе отборочной заняли первое место и попали на групповую стадию чемпионата мира. Сборная Японии заняла первое место во втором раунде азиатского отбора и уже в третьем раунде, где собрались лучшие азиатские команды, заняли второе место и попали на групповую стадию чемпионата мира. Интересные личности, что в Германии, что в Японии, есть много уже игроков, которых мы знаем, особенно такие знатоки европейского даже футбола, много личностей в Японии, тот же Минамино, есть интересный игрок, хоть и не закрепился в Ливерпуле, сейчас получает игровую практику в Монако, но вот мы видим Тима Вернера, который вернулся из Челси в Лейпциг, неплохо себя там проявляет и вот так вот открывает счет в матче, но давление, естественно, как и предполагалось, будет со стороны сборной Германии, даже ведя в счете, давят немцы, потому что счет минимальный, скользкий. И вот в атаке сборная Японии. Отлично пробил игрок сборной Японии. Нойер потащил. И уходим мы на перерыв. Единственный гол в первом тайме забил Тима Вернер на 29-й минуте. И вот во втором тайме команда отлично дает пас на Минамино, про которого мы сейчас с вами говорили. И вот очередной сейв от Нойера с мячом уже сборной Германии. Вернер ищет лазейку в обороне сборной Японии, находит ее, никто его не встречает, и Вернер забивает второй мяч в этой встрече, дубль на счету Тима, и вроде как неплохо. Немцы провалили прошлый чемпионат мира, но это проклятие чемпионов мира, вот, заняли четвертое место в группе с Швецией, Мексикой и Республикой Кореи, поэтому вот. Так, здесь надо вот уже реабилитироваться за прошлые неудачи. Ну и все, победа 2-0 сборной Германии. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До встречи, друзья, всем до свидания.